Короче, да, Александр Павлович, где там еще что-то? Да. Музей фотографии. Угу. Тоже здесь польский бас, да, походу? Это экскурсион. Да, это экскурсион. Мы сегодня так не поездили. Не, ну они ездят закрыты. А те, которые с открытой, там, наверное, натягиваются. Она натягивается? Я думаю, натягивается. Там вот это в конце. А, она подается. Она же стянулась, она автоматически. Ты его нарушаешь. Это сейчас Ну, в Польше также прикольно дорога. Хотя, когда я заехала, ну, в Польшу, такие ощущения было, что в село попала. Ну, дороги были поганенькие, хотя удивительно. Да. Ну, вот мы как ездили, то реально неплохие. А там, может, в зависимости, где места? Там, я не знаю. По сравнению, конечно, с Австрией, там, где можно, конечно, больше дороги. Да. Мы як їхали через Венгрію ж на Венгрії дуже хороші дороги. Да, сразу, коли виїжджаєш, ну, з границі, сразу все. А в Польщі, звісно, по сравнению, Польща вони вуще. Я в автобусі все время даже не ощущалось никакой ни ямы, ничего. Ну, мы же по автобану ехали по платному. Он останавливал притормаживал, раз закрепил. Конечно, там дорога. Morgen, Entschuldigung, von Ihnen jemand Interesse am Obdachlosenmagazin Watson? Eine kleine Spende übrigens für die heutige Übernachtung. Ich bin vor dem Schlafplatz. Schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht vorbeifahren an dieser Station. Charity.